Так, первый нож. Это 6, М5, К5. Вот, фотографии сходятся с теми ножами, что на складе. Они поштучные. Так что фотографии один в один. Не, давайте я буду ложить вот так. Для видимости. Второй нож. М2. Где наша резкость? Ручка. Вот фотографии тоже сходятся один в один. Так, рядом третий нож из анализа 10. Резкость. Вот. 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 Ручка. Вот. Этого ножа тоже. Фотография один в один. То есть фотографировался именно этот нож. Как и остальные два. Вот у всех тоже сзади. На стяжке все свинчено. В одну плоскость все это сведено. Как же мне резкость наладить? Подальше, наверное. Вот, вот, видимо, видно на видео, что клинки утоплены в передние бульстеры. Это для большей прочности при нагрузке боковой. Так, как мне еще сделать? Сейчас я поближе все три.